Сегодня мы с вами посмотрим армейскую песню «Сбивая черным сапогом». Играется она в тональности ЕМ. И первый куплет играем вот таким перебором. Как он играется? Берете большим пальцем бас. Дальше третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья струна. И таким образом у вас должно получиться следующее. Дальше меняете бас, пятая струна, и точно тот же самый перебор. И играете. Первая строчка, аккорд ЕМ. Зачем ты это сделала? Аккорд АМ. Надела платье белое. Дальше вот такой аккорд H7. Ставите буквально три пальца, и безымянный остается на той же струне, на которой стоял. Не играете шестую струну. Бас берете пятая струна и четвертая струна. Кольцо на руку нежную. Этот же аккорд на голову. И аккорд ЕМ. Фату. И все те же самые аккорды повторяете в третьей и четвертой строчке. А может, ты забыла, как мне ты говорила, как часто говорила, что я тебя, аккорд ЕМ, люблю. Вот таким образом звучит первый куплет. Припев мы играем уже боем. Аккорд ЕМ. Давайте разучим бой. Бой вот такой. Играется следующим образом. Берете бас. Дальше указательным пальцем вверх, вниз с глушением. Снова вверх. Вниз, вверх. Еще раз. То есть, когда у вас указательный палец идет вниз, вы глушите струны. Вверх они звучат. Еще раз. И припев. Аккорд ЕМ. Сбивая черным сапогом. Кстати, аккорды какие? Вы заканчиваете первый куплет на строчке «Что я тебя люблю». То есть у вас был аккорд H7 «Что я тебя люблю». И дальше аккорд AM. И с него начинаете куплет. Сбивая черным сапогом. Аккорд Д. Аккорд Д. То есть сначала звучит аккорд АМ, потом аккорд Д. Еще раз. Сбивая черным сапогом. И дальше аккорд Ж. С травы прозрачную росу. Аккорд ЕМ. То есть у вас должно получиться следующее. Аккорд АМ. Сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. Аккорд ЕМ. И дальше аккорд АМ. Наш караул идет тропой. Аккорд АМ. Наш караул идет тропой. H7. Не играете шестую струну, не играете пятую. С пятой начинаете. Наш караул идет тропой, и каждый на своем посту. Аккорд ЕМ.
Итак, должно получиться следующее. Сбивая черным сапогом аккорд Д с травы прозрачную росу, наш караул идет тропой, и каждый на своем посту, и каждый думает о том, что дома ждут, что дома пишут, любимый, милый, дорогой. Тебя я жду, тебя я слышу. Так, и когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, вы можете играть этим же боем, а можете перебором, как вам захочется. Когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, ну и так далее. В общем-то, аккорды звучат все те же самые. Выбор перебора за вами. На этом все. Пока!